Там пацаны. Вот сядьте за руль, то есть кого есть права, я постучу, кого есть права. Ну, там стоять, хорошо. А? Я не могу сесть за руль. Из-за техпаспорта? Да, конечно. А где мы вообще поищем? А, ну, так и будет, законно мы можем. Ну, так ты все. Вы не просили. Отдать вам ваш паспорт? Да. Понимаешь, коли от дивишся такі відео, так, коли бабку пакують, то є тоді, да, підозра. А от коли є законні вимоги, законети і все остальне, то ось все. А в цих случаях ви не можете. Ну це плохо, це неправильно. Ну я не маю в виду лично вас. Тобто Ніколаїв, да, і Полтава, дідушку за картошку. Так можна виїздити на метро? Ну, так, при будь-яких розкладах. Ну, теж. Стоянка есть, но ехать вы на нее не имеете права. И мы тоже. Я на ней не поеду, вы поедете. Не, не поеду. Почему? Потому что нет свидетельства на поездку. Ну а как я ставлю свою собственность? Как хотите, закройте. Так ви взагалі не маєте, не мали... Я ж, ребята, яке ви мали право сісти за даний транспортний засіб? Шановні, я вам пред'являю як працівник поліції законну вимогу. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Для проходження... Мостанської міни. Виходьте, будь ласка. Виходьте, я вам сказав, що ми не маємо на це права. Ви це зрозуміли чи ні? Чи вам треба це 20 разів? Як йому свою собственну оставить? Ви її не залишаєте, ви біля неї знаходите. Де її оставлю? От здесь я ставлю. Так, от здесь. От так от. Ви виходите з автомобіля? А? Вийдіть з автомобіля, будь ласка. Як я можу її оставити? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Чому ви мені відповідаєте на вопрос-вопроса? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Це не вопрос, це моя законна вимога. Я не буду виходити з автомобіля. Тому що це моя лична собственность. Це моя лична собственность. Я здесь не оставлю. Ви що, прикалуєтесь или що? Як я можу її оставити? Все, ви відмовились, правильно? А чого? Від проходження обліку. Поставте машину на стоянку, я з вами поїду. Ні, ми не можемо так зробити. Ну так як я здесь машину оставлю? Ви що, прикалуєтесь? Спокійно, всі оставляєте, ставите. Ну як, посеред дороги? Ви не поставите. Ребята, я машину зарабатував лично сам, я його покупав. Ви що, прикалуєтесь? Біля неї залишиться патруль. Який патруль? Да я знаю ваші патрулі, ребят. Я ж не проти з вами їхати. Поставте машину в безпечному місці. Я ж не проти, поїхали. Ми не можемо ставити вашу машину. Ви коли зупинялись на нашу вимогу, ви стали з без порушень, правильно стали? Ну, да, ви стали згідно правил. Якби я ставив, якби було порушення, то не став. Правильно? Конечно. В чому проблема? Чим це місце не безпечно? У нас ще освещене місце, нормальне город. Машина стоїть вообще непонятно где. Ну ви ж сюди поставили, не я. Ну как же? Що значить я поставив? Ви мене встановили. Ну. Як я її сюди поставив? Ну і ви стали правильно, без порушень. Так як я можу їхати, якщо ви ззаді мігаєте? Я смотрю, можна останавливаться, я остановился, правильно? Ну, все правильно. Вот, все, я там предоставил документы. Ну, все, документы, так можете машину туда ставить, ну, вот так вот получилось. Я вам дал паспорт, правильно? Да, дали. Ну, сейчас я готов с вами поехать, но поставьте мою машину в положенное место. Сейчас, добрый. Сейчас поставим положенное место. Сейчас приедет другая машина, заберет вашу, поставит положенное место. Ну, я понимаю, что вы по-другому не можете решить. Ну, ну так. Да это по закону, так правильно, понимаете? Не, я с вами согласен, вы не можете машину ставить. Просто все, мы сейчас, мы... Я на нее зарабатываю вашу проблему решим. Ну вы поверьте, ничего не будет с вашей машиной, я останусь здесь, подожду, пока вы приедете обратно. Вот я здесь живу, да? Вот здесь, ну, я утром выхожу, стоит машина, какого хера? Я продам, могу лично ее подойти, продам. Ее заберут в любом случае, у вас нет документов. Если никто не привезет документы, не приедет трезвый водитель, я вам говорю это серьезно, ее заберут на штрафплощадку. Документы, так по закону должно быть. Трезвым водителем еще базарано. Так звоните, уже вы звоните, уже пускай везут, потому что ее заберут. Нет, такого варианта вообще не предлагали. Ну как это, ну... Я вам говорю вот сейчас, я говорю серьезно, я знаю, что так оно должно быть и так по-правильному. Если не привезут документы, вы... Я готов там идти там на этих, как называется, по... Смотрите, вы в любом случае, вот я лично не профессионал, но я вижу, что у вас есть ознаки алкогольного опьянения. То есть почервенение глаз, невнятная речь, я готов поехать провести, то есть, эту всю экспертизу. Вот, значит, но вы автомобиль нужно, оставляете уверен, здесь, остается, смотрите, остается патруль, но ее не имеет права трогать, понимаете, не имеет права не перегонять. Вы тоже не имеете права, так как есть подозра, и не только противники полиции, а и у громадян. Людей есть права, правильно? Не мають права не сідати. Ну у них є право? Конечно. Ні, водительське удостоверение, конечно, є. Ну не мають вони права сидіти. Чому? Ну, не мають права не сідати за ваш автомобіль, понимаете? Всяке може бути. Ну я теж не оставлюся. Я готов з'їхати, там, випити кров, здавати базара ноль.
Но я не оставлю так машину, да, честно говоря. Да, это Галимая Вектра, я не спорю. Вы думаете, вот ВК уверенно, Галимая Вектра. Ребят, я сам ее заработал. У меня было там и кадет был, и Жигули были. Смотрите, и хорошо. Было. Вы это позвонили? Скажите, пожалуйста. Я, сука, их так не оставлю. Вы позвонили кому-то с ваших там знакомых, чтобы они привезли документы? Ну все, тогда можно его, их подождать, например, и они останутся здесь, например, на этом автомобиле. Но он ехать никуда не будет. И вы, соответственно, должны или поехать сейчас. Они вам еще пару раз зададут, нет, значит, подписываем. Это 130-й отказ. Это я вам скажу, что это лишение прав на год и 10-200 штрафов. Так, чтобы вы понимали. Плюс эвакуатор 750, плюс штрафплощадка. Где-то до 1500-2000 выйдет. То есть, чтобы этого избежать, у вас есть шанс это оставить. 10-200 и следующее. Я так год. Заебался в этом мире, сука, жить, что вы мне делаете хоть 10 тысяч, хоть 20, мне похуй. Понимаете? Да, это понятно. Я хоть и нахуй не понятно. Потому что я устал, сука, здесь ебашить и жить, сука, бесплатно, блядь. Так что будем, сука, идти до последнего. У меня одно требование. Машину поставить, сука, на площадку. Поехали, оформим, блядь, штраф и все остальное. Ну как вы можете требовать, если у вас нет ни документов на автомобиль? Нет, я могу подвести эти документы. Надо будет выпустить 40 минут, блядь. Вы уже везете полчаса. Вы мне говорили подвести документы. Вы сказали, что сейчас уже вам везут. Сначала, с самого начала. Мы вас остановили, сказали, сейчас. Когда я такое привезут. Сказал? Когда вы к вас остановили. Как вас зовут? Я вас назвал дядька, но не хочу обидеть. Ну я не дядька вам. Понимаете, Евгений меня зовут. Вот как вас зовут? Евгений. Евгений. Да. Если бы вы сказали, что мы вас подождем, подвезу документы, блядь, и все остальное, чтобы набрал бы ребят, мы сорвали. Сказали, но вы сказали, что это не отменяет того, что вы ехали без них, правильно? Да, я не спорю, я нарушил. Пока мы оформляем, пускай везут. Что? Пока мы оформляем, пускай везут. Я не привезу, что дальше. Поедете с нами. Проверим вас. Куда моя машина денется? Ну ваши друзья приедут. Ребят, напишите расписку, что я вас прекрасно понимаю, вы на работе, но вы поймите меня. Я на Галимую Вектру, сука, зарабатывал. Вот, так сука, это же не ваших интересов, вот ездить на ней пьяным, баксов, да. Сука, но их зарабатывал. Ну. И я так машину не оставлю. Ну заберут ваши друзья, заберут, значит. Напишут расписку, заберут. Правильно? Кому? Нам. Кто вы? Кто я? Показал. А, не вам, вы не просили документы. Я вам представил. Что должен сделать? Показать документы? Вы не просили. Шановный, документы определяются по вымозе громадянина. Я шановный, но не заводит. Ну. Уважаемый, шановный, я обычный. Я хорошо, обычный хлопец Троещины. Хорошо, хлопец Троещины. Да. Я вам поясню, что документы, что документы определяются только на вымову. Ребят, я же говорю вам, я готов с вами ехать. Вот только я машину здесь не оставлю. Ну все. Сейчас ваши друзья приедут? Нет, я не знаю, почему не приеду. Ну туда повезем на штрафплощадку машину. Что? Туда повезем на штрафплощадку машину. А так что вы еще можете сделать? Больше ничего не можете сделать. Если вы не хотите, то мы больше ничего не можем сделать. А что мне хотеть от вас? Ну честно. Зачем вы усложняете, скажите? Честно сказать? Да. Я не буду по ней говорить, что мне усложняют это дело. Не понимаю, зачем это делать. А вы водите машину? Конечно. С какого года вы водите машину? 2006. И все хорошо, все порядок. Да? Меня вот буквально вот неделю назад, да, Магеллан. Я там всегда жену подбираю. Ну, она работает в авиа, ну, авиакомпания, я работаю, свое дело. Просто остановился подбирать машину. На варите, блядь. Я видел, что стоял патруль. Вот просто видел, но вот я вам скажу честно, мне проще заплатить штрафку, допустим, да, чем моя жена пробьет 200 метров. Потому что, в принципе, в сознании мужчины это неправильно, когда его девушка ходит, все остальное. Точно, там запарковано на остановке, понимаете, уже машина так остановился, секундочку, аварийку нажал, жена прыгнула, но девушка бьет пальцем тихо. Говорит, да, слушай, вы нарушили, станьте прав. Сделал он зауважно, что плохого? Базара ноль, я говорю, девушка, там стоять нельзя. Она говорит, я вам разрешаю. Это сотрудник полиции говорит? Конечно. Ну, она была вам сделать эти замечания. Ну, все записано, вот, пожалуйста. Вот. Она говорит, я говорю, вы что, говорю, книжка правила дорожного движения или что? То есть, ну вот, просто убила, просто вообще. Зачем вы сейчас нам это рассказываете? Зачем сейчас? За тем, что просто... Как это касается сейчас того, что касается того, вот, я спросил человека, когда он там работает, ну, ездит, да, на машине. Потому что это неправильно. Что именно? Неправильное отношение к людям. Неправильно ловить
тех, кто едет в нетрезвом состоянии, неправильно? Я с вами не спорю, да, ну, так случилось, да. Ну, так что. Но я вам говорю, как я могу с вами поступить? Ну, мы же вам объяснили, как. Я вам объясню, как я могу я поступить. Да нет, сейчас на данный момент противники полиции, то вы не вам казать, как были. Не вы. Были бы, ну, здесь и разрешают. Были бы вы трезвый, вот сейчас, на данный момент, тогда это другой совсем разговор, понимаете, документы и все остальное, это так. Но когда вы підозра є. Хто ви казав, що ви п'яний вообще? Ну я говорю, що є підозра, я ж не кажу, що ви п'яний. Я говорю, є підозра. Я на стану горні. Так поїхали. Заставляйте там їх. Я машину не оставлю. Ну, да, извините. Да нікуди не денеться. Я буду здесь, я не поїду з вами куди, я здесь побуду. І буде, останеться ще патруль. Ну, якщо ви поступити в поліцію, буде більше. С чем? Ну, я молодец. Я контролюю их. Да, я понимаю вас. Я ж не против поехать. Только я же говорю, сядьте вы за руль. Покажете мне права, допустим, да, права. Покажете, ну, первостоянка. Покажите мне техпаспорт, я сяду. Понимаю вас. Но я могу вот устроить, ну, 40 будет техпаспорт делать. Это слышал 40 минут назад. Ну, мы же не можем возле вас стоять полтора часа. Я вас понимаю, но я не могу машину оставить. Понимаете, в чем дело? Ну, это вы не можете из каких-то своих личных амбиций. Нет, не в том плане. А ком? Вот у меня она, сука, дорого, я на нее сам заработал. Понимаешь, что дело? Извините, пожалуйста. Алло. Ну, что-то же с эвакуатора. Я не знаю, надо вот... Не могут мою машину отогнать, потому что техпаспорт, по праву все дела. А это вся хуйня мне дома лежит. Не нарожайтесь, пожалуйста. А? Да, надо как минимум заехать домой, забрать документы, прийти, потому что я машину так не оставлю. Дальше я вижу, что она будет прийти. Добре, здорово. Крім водія, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Запропонуємо йому пройти тест в лікарні нашій, в Боярці, місто Боярці. Він відмовляється, тому зупиняємо свідки. Ось один свідок, тому перед людиною, людина вже дані переписали, людина ще не розписує. Перед вами зараз запитують. Також відмовляється будь-яких підпис, надання будь-яких пояснень. Олег Володимирович. Ви відмовляєтесь від проходження на стан алкогольного сп'яніння? Підмовити до мене. Він прямо не каже, він каже, я согласен, але давайте тут, ну, десь нужно сполучати держи. Машину не хочу оставляти. Так, да, машину не оставлю, мов, то есть, шукаю причини, просто не виходить. Володимирович. Я вибачаюся. Дивіться, ось тут підпис. І ось тут теж. Ну, це тут теж ваші дані. Я помню. Я запомнив. Ось, теж на нього також складено один, блін, як не показав, постанова, постанова згідно статті 126. Це я просто не дописав її. Ось все, на нього, да. Все буде хорошо. На нього складено, що на суд вас ніхто не буде визивати. Так, як визовується, хорошо. Ні, не переживайте. Ми привикли до судов, так що я нормально. Ну, а я хочу ще забрати машину, бо я не знаю, що я сказав, що зараз лідер за документом приїжджає на забрати машину, либо що він буде, тому сюди приїжджає. Я знаю, що сюди буде. Або за документом. А що вам? Це лідер писається, тому що ви зараз святові. Що, а хто вам туди приїжджає? Так що вирішайте, ребят, давайте договоримо по-нормальному. Ми взрослі ребята вроді. Давайте по-нормальному. Нормально. Ви не будете жити. Евакуатор вже. У нас не завали завтра, розумієте? Нормально, якщо ми завтра поставимо. Чого сьогодні не забирати? Забирають. А куди машину забирають? Ні, ще зараз. Штрафу завтра. Який адрес? Ні, ну ви зійдіть куди? Київська. Який адрес? Це звідси. Так, це почнемо вечором. Приїжджаємо на вам. А в протоколі там ви доктору давали протоколи, що там є одразу? Я розпитую, про кого завтра віде в поліцію. От зараз я це теж роблю. Паспорт это тоже здесь. Це просто. Да? Це паспорт, просто встречаем на ДВ. Ну, в принципе, не будет, не дарал его. Зараз я его дата не могу, пока не могу. Киевка 2, да? Киевка 2, а. Это штрафплощадка. А как бы... Ну, материал. Нет, машина была. Так. Thank you.
поезд. Можно.